Всем привет, вы на канале Крипто Фриланс. И сегодня я хотел бы рассказать вам о двух проектах, которые будут платить нам за то, что мы ведем здоровый образ жизни. И первый — это проект CalRun. Это приложение, которое поощряет здоровый образ жизни и включает элементы GameFi и SocialFi. Тренируйте, сжигайте калории, участвуйте и зарабатывайте деньги. Проект очень похож на Степан, в который мы не успели и пожалели, так что, возможно, это аналог будет ничем не хуже. Зарабатывать можно с помощью и кроссовок, и за то, чтобы выполнять простые задания. И можно получить 70 токенов FAT, это внутренний токен. Что делать? Скачиваем приложение, регистрируемся через Google аккаунт, например, и указываем код приглашения, за что я буду вам благодарен, и возможно там будут какие-то дополнительные бонусы. Так что переходите в раздел миссии в приложении и зарабатывайте бесплатные токены. Ну и со временем тоже проверяйте, вдруг появятся какие-то новые задания. Теперь переходим к следующему проекту. Следующий проект — это у нас Sweetcoin. Это мобильное приложение для отслеживание шагов, готовый продукт компании из Лондона, который работает уже 4 года, имеет приложение на iOS и Android. Совсем недавно они заключили партнерство с Near Foundation для создания своего токена. Добыча монет будет усложняться, как и в других криптовалютах, так что важно присоединиться к проекту чем пораньше и добыть чем больше монет при ходьбе. Токены можно будет потратить в более чем 300 магазинов, включая Reebok и Sonos. Есть хорошие инвесторы, ну, описание я оставлю. Что нужно будет сделать? Опять же, скачиваем мобильное приложение и начинаем ходить. Максимум можно за день 10 тысяч шагов. Также можно активировать будет премиум аккаунт за $25 в год для удвоения наград и других каких-то бонусов. Ссылку я оставлю в описании, переходите по ней, активируйте с помощью Google аккаунта. И в принципе на этом все. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь, ставьте лайки, не забываем про телеграм-канал, где я раньше выставляю все новости. До новых встреч!